Торжественная церемония награждения волонтеров муниципалитета состоялась 10 января в администрации Одинцовского округа. Сотрудники отдела по работе с общественными объединениями поблагодарили добровольцев за активную работу в ушедшем году, а также вручили им брендированные футболки и волонтерские книжки. Ни одно мероприятие в Одинцовском городском округе не обходится без помощи волонтеров, подчеркнул глава округа Андрей Иванов.